Всем доброе утро. У нас чуть-чуть выпал снег, но я думаю, что в направлении Эрвископ там снега лежит достаточно. Поэтому, если Ромка на выходных будет свободен, не нужно будет на работу, то, наверное, съездим, покатаемся на санках. Сейчас съездила в магазин, купила яйца, сметану, сыр тертый, паприка. И там фарш. Буду кое-что готовить вкусненькое. И на улице снежок. Красиво так. Сегодня я буду готовить картошку с грибами, с фаршем и с паприкой. Для начала мне нужно почистить картошку и поджарить грибы с паприкой. Что нам нужно для соуса? Это цвибльзупы, сметана, яйцо и чеснок. Цвибльзуп мне нужен всего лишь для вкуса, так что я только возьму водичку. Водичку с луком я запарю кипятком, потом это все процедим и в сметану и с яйцом добавим эту водичку. Лук мне не нужен. Поджарила грибы с паприкой. Соус уже тоже готов. Сейчас сюда я буду добавлять фарш, но не жарить, просто чтобы размешать. Выкладываем все в ауфлауф. Сначала картошку, потом фарш с грибами и с паприкой. Ну и теперь картошку. Второй слой картошки. И заливаем все соусом. Конечно, фарш и картошку я посолила. Ставим в духовку. Как приготовиться? Примерно за 20 минут посыпать сыром. Всем привет! Я собираюсь на работу. Сегодня у нас четверг. Утром была в магазине, купила вот этот вот для ключей штучку такую. Кто-то спрашивала, большая она будет или нет. Нет, даже это специально для ключей, поэтому она небольшая. Я еще ее не прислоняла, ой, не прицепляла, но перед работой сейчас сделаю. И наконец-то. Наконец-то мой пришел держатель для телефона в машину. Сегодня буду уже пробовать. И картошка. Картошка получилась очень вкусная. Но Ромка кушал. Но Ромка сказал, картошку сверху ложить не надо. Поэтому, кто если будет делать, делайте первый слой картошки, фарш, соус и потом уже под конец сыр. Последний слой картошки не нужно, он там лишний. В общем, смотрите, как все просто. Сюда так вот я ее засунула. Вот сюда вставляем телефон под любым углом. Видите, здесь такие ребристые. Под любым углом можно и так, можно с наклоном. Это можно поворачивать вот эту вот штуку. Сейчас. В общем, я довольна. Классно. Теперь можно ехать в машине и делать видео. У меня пауза. Что-то как-то я устала сегодня. Не знаю, вроде бы и работать немного, и кундов мало, а что-то как-то я устала. Хотела сказать, вот кто видео видел, жалко, что я не могла видео заснять вместе с лайв-музыкой, как вот поют вот эти вот певцы, которые были на дне рождения. Они так пели, это мама, папа и сын. О, там мурашки по коже, они, не знаю, у меня слов нет, как вот они пели. Там сын поет, вот. Мне, например, жалко то, что вот он свое тратит время на свадьбы, на гулянки, на праздники вот эти вот. Он мог бы куда-то дальше пойти, развиваться. У него голос, не знаю, как от Бога, очень-очень хорошо поет. Я, если, может быть, кому-то нужно, я оставлю линк под этим видео, ихней страницы и телефон оставлю, потому что. Ну, может быть, кому-то нужно там для свадьбы, для дня рождения, отметить 8 марта, ну, какое-то мероприятие. Они все делают. Ой, ну, в общем,
Не знаю, нам очень понравилось. И вот тетя, у нее должен скоро сын жениться. И не знаю, договорились они, не договорились. Будут они там, не будут на свадьбе, не знаю. Вот если бы его дальше бы куда-нибудь пихануть, его Юлиан зовут, этого сына, вот это, этой группы, группа называется «Акцент», вот тогда было бы шикарно, потому что, мне кажется, ну, он как будто как пропадает там. Мне хочется, чтобы такой голос, чтобы все слышали. Жалко, я говорю, повторюсь еще раз, жалко, что нельзя выставлять вот в YouTube такие песни. Потому что все же блокируется, ничего нельзя, то музыку нельзя, то мелодию, ничего нельзя. А так хочется. Я бы отдельно бы сделала бы день рождения и отдельно видео, где только они поют. Было бы вообще шикарно. Ладненько, сейчас попью водичку, яблоко, и все, и пауза закончилась. И потом домой. Ну что, настал тот день, когда я решилась все-таки убирать свои брови. Сейчас у меня термин в 11:30. Будем убирать. Это только будет первый, ну, один раз, а потом, наверное, еще второй раз. Не знаю, как это все будет, и страшно, и не знаю. Покажу ли я себя потом или нет, посмотрим. А то я просто видела у других, как это выглядит после вот этих вот убирания. Это все так выглядит очень страшно. Рискнули я напугать вас? Нужно думать всегда позитивно, думать о хорошем, и все будет нормально. Я уже почти приехала, скажите мне ни пуха, ни пера. И все, и буду заходить. Иду, в общем, на риск, на свой собственный риск. Но я думаю, хуже, чем сейчас, поди не будет. Ну что, вот она я, красавица. Это пока будет заживать. Это потом через пару дней это будет корочкой, ничего отрывать не нужно. И потом я уже буду смотреть. Ну и, конечно, Танюха тоже будет второй зицунг. Ну, второй раз убирать нужно будет или нет. Вот так вот. Вот это вот все черное, это моя краска, которая вышла. В общем, это мой старый перманент. Выглядит, конечно, я подальше сделаю, чтобы так не пугать. Я так подумала, если я про это сама сказала, то почему бы себя и не показать? Зато потом буду с нормальными бровями. Всем доброе утро. Сегодня второй день моих бровей. Вот так это все выглядит. Очень страшно. Как это будет выглядеть в следующие дни. Не знаю. Но больно мне не было, когда эта вся процедура длилась. И вообще насчет боли, как я любую боль могу перетерпеть. Я к этому спокойно отношусь. За эксперименты я тоже за. Так что над собой экспериментировать я люблю. Думаю, результат будет хороший. Это вот белое, это вот эта вот жидкость, которая под кожу вводилась. У нас сейчас 10:30 вечера. Темно. И я делаю мужикам панкейки. Сейчас масло чуть-чуть совсем. Я его налила, а потом салфеткой так протерла. Сделала совсем чуть-чуть, так, чтобы на пару штучек перекусить, чтобы на завтра не осталось, чтобы они горячие были. Это были первые, а это вторые. Это настоящий цвет панкейков. Приятного всем аппетита. Последний остался. И вот что от них осталось. Очень вкусные получились.
Take off.